Ведь правда, никому не хочется умирать. Кто же виноват, товарищи? А виноваты другие, Мария Лукьяновна. Не мы. А разве мы вас виним, дорогие товарищи? Ой, я только хотела узнать, как вы относитесь на меня с моим мужем после смерти. А мы заменим вам мужа. Ну, общими силами. Этого еще не доставало. Господствующей, и она прокормит вас, Александр Петрович.